Всем добрый день, с вами я, Александр Демидович. Сегодня на календаре 6 августа 2018 года, и я о чем хотел бы сегодня с вами поговорить. Не так давно, буквально с неделю тому назад, мы все видели, что происходило в Полтавском горсовете. Была комиссия, заседание, принимались какие-то решения, первичные решения по поводу, а может быть уже вторичные, по поводу Киево-Харьковского шоссе, участков, которые находятся в промежутке города Полтава. Самое активное участие в этом всем мероприятии принимал Синчакович Дмитрий Игоревич. Это депутат городского совета, не будем обозначать партию, отделим это. Сегодня я решил посмотреть на его избирательный участок. Если человек активный, значит, у него все на участке должно быть все нормально. Я так думал. Сегодня я пошел на его участок избирательный. Это быстрее всего не участок избирательный, а на избирательный округ. Это на садах 2, часть садов 2. Я прошелся, вот вам показываю, где именно этот округ. Я прошелся, посмотрел. Ну, я вам скажу честно, я был расстроен. Некоторых жителей я спрашивал, сделал такой небольшой опрос. Около 20 человек я спросил, если быть точным, 19. Знают ли они, кто у них депутат городского уровня по их округу? Люди смотрели на меня удивленными глазами. Они не понимали, о ком речь, что этот человек есть, нету. Приятно было отметить то, что, несмотря на то, что я нашел несколько незаконных свалок, ну, есть люди, которые почему-то выбрасывают мусор мимо баков, да, или негабаритный мусор, но большинство площадок с мусорными баками находятся в чистом состоянии. Что интересно, на этих площадках просто никто ничего не ложит. То есть есть сознательные граждане, которые тем или иным образом почему-то содержат свой район в чистоте. Это порадовало. Что не порадовало? Отвечаю. Самое плачевное состояние в округе – это дорога. Несмотря на то, что в прошлом году по улице Никитченко, это объездная вокруг садов 2, был сделан капитальный ремонт дороги. Видно уже, произошел там латочный ремонт. И что самое грустное, самое жестокое, что дорога не доделана. То есть есть местами видно отфрезерованный асфальт, какие-то въезды, какие-то карманы, но они не заасфальтированы. Также в некоторых местах отсутствие бордюра. То есть открыто недоделки. Я вам сейчас фотоотчет показываю, немножко видео, фотоотчет. Для того, чтобы вы понимали, Дмитрий Игоревич Синчакович очень активно занимается дорогой Киево-Харьковского шоссе. А у самого на округе вот такие проблемы. Я задался вопросом, а почему человек, не доведший до ума ситуацию на своем округе, уже занимается там? Я знаю риторику некоторых депутатов, я работаю по всей Полтаве, по всему городу. Мое мнение, если ты работаешь везде, значит, ты не работаешь нигде. Но, к сожалению, имеем то, что имеем. Но вот такая вот ситуация. Всем хорошего ніколи нічого. Жіночка тут казали, так, Іванна казала, вона підходила до неї туди. У вас мужчина по вашому округу, да. Ну то значить була мужчина, да, навірно, така молоденька. Ну це ж ви розумієте, що вже третій рік він у вас депутатом, і ви досі не знаєте, хто це. А є у вас якісь проблеми? Проблеми, оце дитяча площадка була, розібрали.
и никто ничего не делал. Знаете, наибольшая проблема, яка у нас? ЖЕК. ЖЕК разобрал, да? А тут больше была площадка, да? Вот такая там турники поспіль, вони там усе збирали. Вот такая кручалка была. Вот тут був цей, горка була. Качелі були. Все було. Отам було два турніки, все поспилювали, нема. ЖЕК, ЖЕК розуміє. Да, ми спилювали десь місяця два тому назад. Наверно, на металолом. Отака, що... А в домі є якісь проблеми? От хотілося б обратитися к депутату, є, да? Ні, он дивіться, який під'їзд. Вікна які, а в під'їзді що робить? Ну, ми під'їзд самі зробили. Ну, це ви самі, так? Да? У вас ОСББ чи... Ні, ми самі збирали гроші на ОСББ. А всі ж остальні під'їзди, ото ж. А під'їзді ж треба, там таке робиться, треба красити так. Нікому діла немає. Ні, не треба. А ще хочуть, щоб договір з ними заключив. А якщо б к вам депутат прийшов, от ви б знайшли, що йому сказати? Ну, як же, звісно. Знайшли, це точно знайшли. Ну, не йдуть до вас депутати, от перед виборами як ходять. Ну, вони ходять тоді. Ото собрання збирають один раз, як перед виборами, а потім вже не було ні собрання, нічого. Да. Тут нас кришу перекрили, а свадьбу зробили, я бачу. Да. А от тільки знаєте як? Оце ж бачите, хотіли розширити трошки дорогу Бобруцька, так? Да? Так. Прийшов культур, гарненько вирив. Бо тут яма була. Яма тут була. Значить, я так поняла, що повні були сюди трошки подвинуть і заасфальтувати. Дві машини. Тоді отам зробили, їм заплатили, і вони оцей асфальт. Он зробили... Жильці самі заплатили і їм зробили. Їм зробили там стоянку, а нам оце закопали назад. Оце, що вам кришу зробили? Не закопали, це Руслан закидав, а так же яма й була, Тетяна Федоровна, вони не закопали. Кришу зробили і дорогу. Здесь депутат появлявся, це все було автоматично, где-то по очереди делалось. Це ж було... Це сади два, всі ж дома, оце воно було заплановано. Давно-давно, наскільки я знаю. Так, да, воно по плану було і вже робили всі дома тут. Під домами, за домами, ну все так. Дорога тут була страшна. Я знаю, давно-давно я знаю, що там да, було. Так. Дякую вам. Погано. І вам. Дякую. А мені за що? Трешки поможете. Да, спасибо, до свидання. До